Казахстанские спортсмены примут участие в Кубке Азии по уличному баскетболу. Он стартует 26 мая в Малайзии. Нашу страну представят мужская и женская сборные. В состав команды вошли 8 баскетболистов. Это те, кто участвовал в рейтинговых турнирах и попал в топ-10. Среди них Рейля Мубаракова, которая в прошлом году в составе женской сборной заняла 2-е место на Кубке Азии, завоевав лицензию на Кубок мира, который пройдет в Китае в конце июня. Баскетбол 3x3 в нашей стране стали развивать с 2012 года. Он все больше набирает популярность. Тем более, что у него есть все шансы попасть в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Окончательное решение примут уже этим летом.